Одним из самых ожидаемых жителями города Витебска событий в этом году является открытие Полоцкого путепровода. От имени всех жителей Витебской области разрешите поблагодарить вас за ту заботу и внимание, с которым вы относитесь к развитию дорожной инфраструктуры в нашем регионе и во всей республике. Строительство таких крупных объектов позволяет нам, строителям, работать непосредственно у себя дома, не выезжая за пределы нашей страны. Также позже в случае мы хотели бы поблагодарить вас за то, что сегодня вы приняли такое решение поддержать нас в строительстве еще одного значимого объекта северо-западного обхода Витебской кольцевой автодороги. Я очень рад, когда молодежь не только хайпует и постится там в интернете, а вот такие молодые люди беспокоятся о северо-западном каком-то обходе, о путепроводах и так далее. Значит, у нас, у нашей нации есть будущее. Да, я согласен, что это надо сделать. Мы должны подумать, как профинансировать этот участок. Так у него нет еще проекта, что тут говорить. Вот сделайте проект, я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Вокруг всех городов, в Могилеве там тоже маленький участочек остался, по-моему, они ставили вопрос, мы приняли решение. А так вообще вокруг всех городов мы сделали эти обходы. Надо, чтобы вокруг главного славянского города был вот этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, это я вам обещаю. И даже если президентом не буду, деньги найдем.